Здравствуйте, я Мария Денисова. Сегодня опять мы встречаемся с Максимом в кафе Royal Asian, Royal Asian, для того, чтобы представить всем желающим, кто хочет прийти, мою выставку. Вот здесь вот такая небольшая история про кирпичные трусы. Вот. Здесь творились из глины и Адам, и Ева одновременно, и еще вместе с собакой. Все равноправны и творятся единовременно. Здесь это павлин. Вот. Может быть, даже это мой автопортрет, я не знаю. Это просто нарисовала голову петуха. Здесь на картине рыба, которая жаждет воды. Очень у нее такой усталый взгляд. Хочется ей свежести. Этот рисунок я нарисовала, когда я работала с психологом еще 4 года назад. Меня психолог просил нарисовать себя в любой форме. Вот я нарисовала этот водопад прекрасный, дерево хурмы и много-много воды. То есть, ну, как речка, в общем, водопад тут в нее падает. Такие вот зелененькие склоны каменные. Вот. Это тут написано Сардиния, это как карта желаний. Я нарисовала девушку, которая летит в Сардинию. Хочу тоже в Сардинию полететь. Вот. Здесь это персонажи из книжки про Хоббита Толкина. Вот я их посадила лететь на самолете, и они летят над облаками. И вот тут вот встречают они воздушный шар. Вот. Луна, звезды, а снизу синего неба. Это моя мама. Она танцевала «Лебединое озеро» когда-то в молодом очень возрасте. Она уже ушла в другие миры. Уже 10 лет как ушла в другие миры. И я хотела нарисовать кого-нибудь святого, и в итоге нарисовала маму, потому что, ну, так душа думает, кто же святой. Получилась мама. Вот. Здесь ангел видит, как бабушка качает в коляску. Это старая бабушка. Это ангел. Ну, тут то ли рты какие-то лиану держат. Даже очень похоже на рты получилось. Вот. Держит такое вот украшение. Вот. И она думает о детстве, качает колясочку. И так вот она уже медитирует на то, чтобы пойти в цикл перерождения или на небесах быть новым духовным младенцем. Вот. Ангел что-то, наверное, ждет от нее. Не знаю. Здесь детский взгляд и взрослый взгляд. Вот это вот деревце, оно сделано детским взглядом. Солнышко, дождик детским взглядом. Вот здесь ребенок. Здесь его мечта полететь. Здесь реальный индюк, а здесь дядечка, который помнит свое детство и который очень по нему тоскует. Здесь медуза. Это сделано в технике карточкой. Сначала наносилась вот эта вот черная, потом карточкой, закрашенная желтым поверхность, выцарапывалась. И сверху я нарисовала медузу. Вот. Волк, зима, луна, звезды, лед. Вот эти вот птицы, и желтая земля, и желтые птицы, ну, это просто такой как бы настроение, что ли, такое. А птицы я выполнила такой техникой.
я нарисовала сначала птицы, а потом просто вот обычной салфеткой наложила на рисунок, и получились перья. Вот. Ну и это какие-то там Гималаи или что-то такое. И вот тут мох, и растут всякие диковинки. Вот. Так что приходите, посмотрите. И обязательно покушайте. Здесь так вкусно готовят. И чай изумительный. Приходите.